Центральная аллея перед зданием администрации на этой неделе превратилась в большую галерею, где каждый житель может познакомиться с творчеством необычных фотографов, сотрудников внутренних дел МВД России. Выставки под названием «Открытый взгляд и солдаты правопорядка в годы Великой Отечественной войны» по стране проходят уже в шестой раз. Они приурочены ко дню сотрудника органов внутренних дел. Лауреаты и призеры конкурса традиционно определяются в семи номинациях: «Гражданственность и патриотизм», «Портрет», «Наша профессия», «Пейзаж», «Спортивная фотография», «Полиция глазами общества» и «На шутливой волне». Основными критериями отбора выступают эмоциональная выразительность, оригинальность авторского видения событий или характера героя, эстетика компоновки кадра. Нашему городу выпала большая честь принять передвижную фотовыставку победителя этих конкурсов. В торжественном открытии приняли участие представители Департамента государственной службы и кадров МВД России, личный состав МВД России Одинцовская, ветераны, общественные организации и студенты высших учебных заведений. Гостей встречал бессменный участник всех значимых мероприятий района – духовой оркестр «Подмосковные вечера». Хотелось бы выразить благодарность организаторам выставки. Это, соответственно, организация «Союз социальной справедливости России» за то, что они выбрали город Одинцово одним из городов Подмосковья, где разместили эту выставку. Формирование позитивного общественного мнения о служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России – главные задачи фотовыставки. Сотрудники органов внутренних дел в преддверии нашего профессионального праздника – это не только те люди, которые охраняют общественный порядок, не только те люди, которые раскрывают преступления, но это и то же самое обычные граждане, те, которые участвуют в спортивных мероприятиях, участвуют в культурных мероприятиях. После окончания церемонии открытия почетные гости символически перерезали ленточку, и все желающие смогли ознакомиться с представленными работами. Наше подразделение приняло участие в одной из номинаций данной фотовыставки. Наши сотрудники непосредственно нашего подразделения принимали участие. Они изображены на фотографиях фотовыставки. Эта фотовыставка – совместное усилие многих людей. Возможно, благодаря ей жители смогут по-другому взглянуть на работу сотрудников правоохранительных органов. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику маршала Жукова. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».